Приветствую всех! На связи Польша. Вещаю, как обычно, из города Ополе. И сегодня для вас я сниму продолжение видео. Это будет сравнение двух стран Польши и Украины. В прошлый раз мы закончили со счетом 5:2 в пользу Польши. И сегодня мы продолжим. Но для начала я хотела поблагодарить всех зрителей, которые поставили лайк, написали комментарий. А кто этого еще не сделал, то, пожалуйста, перейдите по ссылочке и обязательно это сделайте. А также оставляйте под этим видео свое мнение и ваши наблюдения. Что же отличает Польшу от Украины? А наше сравнение мы начнем с одного комментария, который оставила Барбара Кузьмицки. Она написала: «Ружница есть така, живы приезжачи до нас, а не мы до вас». Да, я с какой-то стороны могу согласиться с этим комментарием, а с какой-то стороны и нет. Потому что очень много поляков приезжает в Украину, например, посмотреть Львов. Очень много приезжают в Киев. А также, отдыхая 3 года в Буковеле, я там встретила очень много поляков, потому что Буковель – это курорт на высоком уровне, а цены, как в сравнении с Европой или для европейцев, очень доступны. Поэтому там отдыхают множество поляков, австрийцев, немцев и вообще много иностранцев. А в плане работы я абсолютно согласна, что Украина может предложить поляку. Ничего. Как ходила одна такая картинка, смешная и обидная до слез, было написано: «Предлагаю карту украинца. Зарплата 6000 гривен, аренда жилья и коммунальные услуги 6500 гривен и трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница». Как бы обидно это ни звучало, но это правда. В плане работы Украина Польше ничего предложить не может. Итак, побывав в центре города, осмотрев жилые дома, проехавшись на своем автомобиле по трассам и магистралям, мы все-таки решили проехаться в общественном транспорте. И здесь разница колоссальная между Польшей и Украиной. И забегая вперед, однозначный балл и преимущество в этом вопросе я отдаю Польше. И счет у нас становится 6:2. И объясню вам почему. Потому что в Польше у меня общественный транспорт ассоциируется с определенностью. Приезжая в Польшу, вам стоит сразу же скачать приложение, оно называется «Як доїде», где вы можете проложить маршрут из определенной точки, где вы находитесь, до той точки, куда вы хотите поехать. И это приложение вам четко покажет, на какую остановку вам надо прийти, во сколько приедет автобус, сколько дорога у вас займет времени, а также скажет, на какой остановке вам надо пересесть, если, например, у вас сложный маршрут. Это очень удобно, так как, зная время отправления автобуса, вы можете выйти на остановку буквально за 5 минут. И, например, зимой не стоять, не мерзнуть долгое время и в ожидании, когда же приедет мой автобус. Также то, что я заметила, в каждых крупных городах Польши автобусы выглядят по-разному, но в одном городе они покрашены в один и тот же цвет. В Кракове, то, что я заметила, есть какие-то даже экологические автобусы. В Ополе же они ездят такие бело-красные. В автобусах очень чисто. Очень тепло, все сиденья новые, есть даже зарядка для телефона, Wi-Fi, информационное табло, где вы можете посмотреть, на какой остановке вы сейчас находитесь. Водители автобусов выглядят очень аккуратно, у них есть свой дресс-код. Это, как правило, белая рубашка, в холодное время года сверху они одевают темно-синюю кофту, некоторые даже ездят с галстуками. Невероятно, но факт.
Как только мы переехали в город Ополе, то билет на общественный транспорт можно было купить или у самого водителя, только на остановках. Там тогда билетик стоил немножко дороже. Или же мы покупали в маленьком продуктовом магазине возле нашего дома. Сейчас же ситуация изменилась, конечно же, в лучшую сторону, потому что билет можно купить теперь непосредственно в самом автобусе. Также форма оплаты может быть карточкой, так и наличными. В центре города установлены такие большие билетоматы, где тоже можно приобрести билет. Также вы можете купить проездной на целый месяц. Знаю, что по студенческой легитимации такой билет будет стоить 75 злотых на целый месяц. Что же касается цены за проезд, то в городе Ополе единоразовый билет вы можете купить за 2 злотых 60 гроши, что в перевод на гривны составляет 17 гривен. Конечно же, это в 2 раза дороже, чем в Украине, потому что проезд в общественном транспорте в Днепре сейчас стоит 8 гривен. В Украине же с общественным транспортом ситуация обстоит немножечко иначе. Это очень мягко говоря, немножечко иначе. Общественный транспорт у нас называется маршрутка. И выглядит она в основном вот так вот. Тесно, душно, очень часто грязно. Оплата за проезд прямо в руки водителю. Хорошо, что сейчас запретили маршруткам останавливаться где попало. А раньше можно было просто сказать: «Остановите в конце красного дома». Или остановите в конце вот того вот забора. Сейчас в Украине, в Днепре, наши маршрутки останавливаются только на остановках. И это уже прогресс. Я заядлый оптимист, поэтому не все так плохо в Украине. Я заметила, что на основных улицах Днепра установили вот такие симпатичные желтые остановки. На улицах наших городов появился БУ-транспорт с Европы. Да, конечно, этот транспорт не новый, но все же он более просторный и более комфортный. Если погода уже наладилась, вы можете воспользоваться не автобусом, а велосипедом. Я обожаю ездить на таком виде транспорта. В Польше у нас 3 велосипеда и 1 электросамокат. В Украине я тоже очень любила ездить на велосипеде на работу и обратно. Но это было реально опасно для жизни, без преувеличения. Потому что обочины дорог в Украине очень грязные. Там много камней, много стекла. И даже если ты едешь по автомобильной дороге, тебя не считают за правомерным участником дорожного движения. Машина может проехать очень близко, чуть ли не снести тебя в бок. Конечно, такого у меня не было, но машины возле меня проезжали очень близко, и реально было очень страшно. В Польше же для велосипедистов это рай, потому что оборудовано все для такого передвижения. Велосипедные дорожки существуют отдельно, а отдельные дорожки для пешеходов. Я очень люблю ездить на велосипеде в бедренку. Также я ездила с Баксом, с нашим чихуахуашкой. О боже, чихуахуашкой, как это звучит. И я возила его впереди в корзинке. Также поляки очень любят возить своих домашних животных в таких прицепчиках, я не знаю, как это назвать. В общем, где-то тут я вам найду и вставлю фотографию. И это выглядит очень мило. В Украине же велосипедная дорожка может выглядеть приблизительно вот так вот. Ну, и велосипедная дорожка, и пешеходная дорожка тоже может выглядеть приблизительно вот так вот, то бишь одинаково. Так как у нас в Украине частный дом, а не квартира, поэтому я не могла обойти стороной такое сравнение, как частный сектор Польши и Украины. То, что бросается в глаза сразу же, в Украине
все хотят от друг друга отгородиться. И чем лучше у тебя дом, тем крепче у тебя должна быть стена. Также в Украине очень популярно и даже, можно сказать, принято садить огород. У нас на участках находится очень много плодовых деревьев, винограда, целая плантация клубники, огурцы, помидоры. А как же без укропа, редиски и лука? Без этого просто не перезимуешь. В Польше же дела обстоят немножечко иначе. Сразу же бросается в глаза это отсутствие высоких и непроглядных заборов. В Польше они, как правило, низкие и прозрачные. Каждый хозяин дома хочет показать свой ухоженный и чистый участок. Огромное количество хвойных деревьев, отсутствие шиферных крыш и отсутствие огорода. Да, бывает, но очень-очень редко. И это буквально по несколько кустиков, какой-то клубнички, лучка. А в основном это огромное количество цветов и зеленые лужайки. Принцип поляков, да и, наверное, всех европейцев – это отдых на своем участке. Лучше провести время с семьей, сделать гриль, разложить в жаркое время года бассейн, чтобы детки покупались и порезвились. Следующее же наше сравнение будет касаться магазинов, как продуктовых, так и огромных торговых центров. Ребята, когда я первый раз приехала в Польшу, первый магазин, который я посетила, это была Бедренка. Не знаю, как правильно, напишите в комментариях. Так вот, и это, наверное, Бедренка оказалась самая грязная и неаккуратная во всей Польше. Потому что, мягко говоря, я была в шоке, в каком-то таком гастрономическом хаосе. Меня очень удивило, что продукты в польских магазинах выставляются не просто вот так поштучно, а они ставятся в коробках, в упаковках. Потом там витрины, где хранилась молочка, сыры и колбасы, вот эти вот витрины были настолько грязные, замацанные. Дальше, передвигаясь по магазину, в Польше стоят такие сканеры, где вы можете подойти и проверить цену, потому что в Бедренке очень многие цены отсутствуют. И под этим сканером в такой корзиночке было просто скидано неимоверная куча разнообразных товаров. Это могли быть и носки вместе с колбасой, вместе с сливочным маслом. И они там лежали какое-то время, и эти продукты могли просто испортиться, а потом, наверное, их опять складывают на полке холодильников, или как это все происходит, в общем, для меня непонятно. Но не все, конечно, так плохо и ужасно. Есть Бедренки в Польше более аккуратные, и есть также замечательные магазины. Я просто обожаю Lidl, огромный Ашан, сеть продуктовых, такие как Netto, Tesco, Carrefour и, в общем, очень много всего другого. Но если же мы делаем сравнение, то самый дешевый магазин – это Бедренка в Польше, а в Украине – это АТБ. И сейчас активно их начали перестраивать и делать ремонты. Они называются сейчас «Черные АТБ». И они выглядят, без преувеличения, отлично. Там настолько все отремонтировано, чисто, аккуратно. Все товары разложены, расставлены, разложены, без упаковок, вот так вот под линеечку. И ты делаешь покупки с удовольствием. Поэтому все, что касается магазинов, это идет бал Польши и бал Украине. И относительно торговых центров. Центрум Хандлове в Польше и торговые центры в Украине абсолютно ничем не отличаются. В Украине
Они построены на очень высоком уровне. Чисто, аккуратно. Огромное количество магазинов с одеждой на разный кошелек. Как марки попроще, так и люксусовые магазины. Также я заметила, что в Украине начали появляться такие магазины, как Crop, Sensei, CCC. И мы зашли и посмотрели цены. Вы знаете, ничем не отличаются. Вопрос только в том, будут ли в Украине такие же распродажи, как и в Польше. Следующий пункт сравнения, о котором невозможно молчать, это все, что касается сфер красоты. В Украине все это развито и развивается на очень высоком уровне. То есть за относительно небольшие деньги вы можете получить очень высокое качество услуг сферы красоты. И тут для примера я вам выписала цены для сравнения, сколько стоят услуги в Польше и в Украине. Например, возьмем маникюр. В Украине я сделала маникюр за 320 гривен. Это было снятие гель-лака, укрепление ногтей, покрытие. Если переводить на злоты, это выходит около 50 злотых. В Польше же такую процедуру вы можете сделать, начиная от 80 злотых и выше. Наращивание ресниц. В Украине средняя цена – это 350 гривен. Одна к одной. Это классика называется. В Польше же наращивание ресниц начинается от 80 злотых и выше. Это может быть как немножко дороже, так и немножко дешевле. Но как статистика и практика показывает, в Польше все эти услуги дороже, чем в Украине. А качество, возможно, на том же уровне или даже ниже. Поэтому, если вы, девочки, обладательницы таких профессий, как маникюристка, мастер маникюра, педикюра, парикмахер или мастер по наращиванию ресниц или коррекции бровей, вы в Польше без работы не останетесь. Я однозначно отдаю бал Украине. Друзья, вот с таким вот счетом побеждает Польша в этом состязании. Но ничего, зато Украине есть к чему стремиться. А если тебе понравилось такое видео, обязательно поставь лайк. А если не понравилось, поставь дизлайк, я не обижусь. Напиши свой комментарий, оставь свое мнение, напиши о своих наблюдениях, чем же отличается Украина от Польши. А я желаю всем удачи и увидимся. Пока-пока!